Ульяновской области Узбекистан – давние партнеры и друзья. Делегация суверенной республики Каракалпакстан в составе Узбекистана посещала наш регион дважды. Диалог о сотрудничестве успешно продолжается. Правительство Ульяновской области придает большое значение развитию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества с республикой. Прямой товарооборот между Ульяновской областью и Республикой Узбекистан стабильно растет и составил в 2023 году 22 миллиона долларов США. Недавний визит президента России Владимира Путина в Узбекистан подтверждает особый характер российско-узбекского партнерства. В рамках визита состоялся первый совет регионов, который возглавили лично президенты обеих стран. В этом контексте межрегиональный диалог приобретает особое звучание. Хочу отметить, что только за последние два года по инициативе нашего уважаемого президента были изданы более 13 важных указов и постановлений, направленных на дальнейшее улучшение условий жизни населения и ведение бизнеса в Каракалпакстане. В плане развития отношений с Россией по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Каракалпакстана с Россией превысил 96 миллионов долларов. В составе делегации Республики Каракалпакстан прибыли не только официальные лица, но и представители бизнеса, промышленности, туризма. На встрече с председателем правительства Ульяновской области гости подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере образования, туризма и экономики. Мы будем работать, мы будем сотрудничать. Мы в этом году второй раз приезжаем в Ульяновск. До этого у нас было представители Совета министров Республики Каракалпакстан, а сегодня мы во главе парламента, во главе председателя парламента Республики Каракалпакстан, мы приехали сюда. Программа очень насыщенная, мы будем еще глубже работать с предпринимателями и, надеюсь, найдем точки соприкосновения. Узбекистан остается одним из основных торговых партнеров Ульяновской области. За три последних года общий товарооборот вырос в 4 раза, прямой экспорт на 300%. Сегодня ульяновские предприниматели экспортируют в республику минеральное топливо, каменные мойки и раковины, сукно, фурнитуру для окон, линолеум, мягкую мебель, автокомпоненты, фанеру, картон, двери и продукты питания. Одно из перспективных направлений – легкая промышленность. Сотрудничество Ульяновской области и Республики Узбекистан продолжается. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.